Радий представити нашого ранкового гостя, постійного експерта студії, тренера з публічних виступів Сергія Стужука. Доброго ранку вам. Дякую, що ви з нами. Доброго ранку. І так, сьогодні ми продовжуємо серію розмов про те, як підготуватися до публічних виступів. І все ж таки, мабуть, у кожного бували проблеми, коли не хоче тебе слухати, скажімо так, опонент твій, або ж певна агресія від нього є. Як з цим поборотися? Дорогие друзья, сегодня реально эта проблема стоит почти на каждом выступлении. Многие люди зачастую отказываются от выступления только из-за того, что считают, что им могут помешать. Буквально на этих выходных я проводил полный курс в Киеве, были со многих городов и за границей люди. И, кстати, тоже было, всегда бывает обычно в аудитории, человек, который мешает выступать. Как реагирует на него? Что нужно делать? Какие есть инструменты и как к этому подготовиться? Об этом сегодня очень кратко мы расскажем. Дело в том, что так получилось, что на любую фразу о мужчине, женщине, об отношениях между ними, этот человек не реагировал. Реагировал разными возгласами и так далее и тому подобное. И я мог бы сделать замечание, мог бы насупить брови, можно было бы сделать все, что угодно. Я санкционировал эти выступления. И каждый раз, когда мы переходили к вопросам о мужчине, женщине, я просто бросал взгляд, ну и что вы скажете по этому вопросу. И даже когда она молчала, это тоже было очень здорово, это было классно. Это был пас в выступлении. Просто нужно правильно реагировать. Не бойтесь реагировать. А как реагировать на разные выступления? Сейчас мы об этом расскажем. То есть играйте в первую очередь с публикой. Конечно, самое главное, никогда не надо воевать с публикой. Вы всегда проиграете. Публика не любит, когда оскорбляют любого из их члена. За маленьким исключением. Дело в том, что нужно разобраться, в чем причины вообще агрессии, деструктивных каких-то моментов, которые реально отравляют, могут испортить любое выступление. В первую очередь, главная причина, как ни странно, это сам выступающий. Сам выступающий не подготовился, он не взял нужные шнуры, не зарядил ноутбук, не взял батарейки, все что угодно. Не посмотрел, как зал расположен, как расположен экран. И разные проволочки, разные эти моменты отравляют впечатление, вызывают у людей шум, гам, насмешки, выкрики. Люди отвлекаются и могут просто выйти. Поэтому первое, что вам нужно сделать, это подготовиться к выступлению. Второе, конечно же, это надо настроиться на выступление, что оно будет классным, здоровским и прекрасным. Если вы выступаете и имеете возможность выбрать зал, то нужно сделать что? Нужно взять тот зал, который вы хорошо знаете. Как работает техника и что работает там. Второе, если вдруг вы не можете выбрать зал, и вам нужно выступать в зале, в котором вы не выступали, либо мало знаете, приедьте туда заранее. Посмотрите за день. Если получается, то постарайтесь послушать, как звучит ваш голос, где могут быть люди. Второе, если вы не можете заранее, приедьте выступать третьим или четвертым. Приедьте первым, на первое выступление. Тогда в данном случае вы сможете что сделать? Вы увидите, как выступают люди, как работает техника, как... То есть подстроиться под обстоятельства. И самое главное, настроиться на волну. Вот вы поймете, как аудитория реагирует. Это самое важное. Я сегодня поступил точно так же, я тоже приехал пораньше и увидел, что один из моих курсантов, который прошел полный курс, Наталья Евлоева, также проходила, подготовилась, я увидел, о чем говорили, как говорили. Это можно связать в своем выступлении, это профессионализм. Но бывают такие вещи, когда вы даже не можете предусмотреть. Находится в зале человек, который реально агрессивно себя ведет, задает вам вопросы, которые неуместные, которые мы прекрасно понимаем, что ему не нужен этот ответ. И самое главное, это, наверное, самая сложная ситуация. Здесь нужно работать таким образом. Давайте разберемся, что это за человек. Что себе представляет человек, который вам постоянно мешает? Вы выступаете, он задает вам один вопрос, второй, третий, по месту и не к месту. Это обычно человек, которому не хватает просто внимания. Ему не нужен ваш ответ. Это такой, знаете, род интеллектуального терроризма. Поэтому не нужно отвечать на суть вопроса, нужно ответить на его чаяние. Нужно что сделать? Нужно его поднять на пьедестал. Ни в коем случае не воюем. Дайте ему то, что он хочет. Покажите всю широту и глубину его вопроса. Скажите, что такой вопрос не мог задать человек просто с улицы. Он, видать, разбирается в этом вопросе. Обратите внимание аудитории всех на этого человека. Поднимите его на пьедестал. Я, кстати, принес интересную такую статую. Она чем уникальна? Она уникальна тем, что
это император Диоклетиан. Таких статуй практически нигде нету. Из-за чего? Потому что он был гонителем христиан, но в то же время он был еще и, я вот так покажу, постараюсь держать, чтобы было ровненько. Он еще и создал ту административную систему, которая сегодня работает. Угу. И касаемо этих вопросов, вы должны человека поставить на этот пьедестал. Угу. И тогда уже, чтобы ему дальше мешать вам работать, ему нужно сойти с этого пьедестала, разрушить то, чего он так чаял и ждал. Угу. Поэтому первое, вы должны дать ему позитив, привлечь ему внимание, может быть, даже поаплодировать. Угу. Кроме того, бывают ситуации, которые как бы не связаны с диверсией. Люди встали и пошли за водой. Иногда можно не реагировать на какие-то негласные ситуации. Мы выступаем, вы видите, что люди встали сзади, пошли за водой, что-то сделали. Если есть возможность не заметить, вы можете не заметить. Угу. Но если же люди встали, пошли за водой во время вашего выступления, с передних рядов, пошли сзади, еще и говорят, ой, мне возьми, то здесь нужно реагировать. Но опять-таки, это может быть просто неправильная подготовка тайминга, там, на время, на чай, на конечно. Отдых и так далее. Это может быть неправильная подготовка, правильно вы сказали. Это может быть, просто людям не привыкли делать так все, когда им удобно. Здесь вы можете отреагировать двумя способами. Первый, вы можете санкционировать, вот это хорошая вещь. Да, хорошо, давайте, смотрю, вот есть, мы захотели воды, давайте так, прервемся, все попьют водички, через 10 минут начинаем. Хорошо? Отлично. Все, то есть вы санкционировали, и это уже не диверсия, вы разрешили ее. Можно, конечно, по-другому. Если у вас недавно был кофе-брейк, через 15 минут люди начинают пытаться ходить, то вы можете сказать так, друзья, давайте, перерыв будет через 15 минут, давайте, присядьте, секунду внимания и так далее. Вот. Поэтому вот так вот можно работать. Если мы говорим вот о вот этих каверзных вопросах и так далее, мы уже много раз говорили о том, как все-таки на них отвечать, но как правильно еще реагировать, скажем так, чтобы не показать, что вы растеряны, что вы не знаете ответа. На самом деле не надо бояться, что вы не знаете ответа. Это не экзамен, не испытание, не допрос. Вы можете не отвечать на вопрос не потому, что вы не знаете ответа, вы можете не отвечать, потому что он неуместен сейчас. Вы не хотите, это не к месту. Об этом речь пойдет позже. Об этом скажет другой спикер. Об этом уже говорилось, как видели первое выступление, вы, наверное, отсутствовали, поэтому это будет там. Поэтому вы можете просто признать, что вы не знаете ответа. Красиво. Об этом у нас речь была в нашей передаче, как отвечать на вопросы. Но здесь главное не растеряться, не показывать никогда свое смущение. И если уже агрессивный вопрос появился, то вы можете что? Вы можете вскрыть эту агрессию. Вам задают вопрос, один, второй, третий. Если он унизительный, вы можете не ответить. Вы скажете, угу, да, спасибо. Аудитория поймет. Следующий вопрос. Просто не работайте с ним. Не отвечаем на вопросы, которые не содержат вопроса. Что за чушь вы несете? Что за бред? Где вы это взяли? Еще хорошая вещь есть, это вызвать человека к себе в помощники, в союзники. Ну, слушайте, вы так задаете много вопросов, здорово. Давайте вы будете мне помогать, выходите сюда. Вы ему даете, видите, есть люди более активные. Они не хотят вам мешать, они просто, им хочется больше движения. Вызываете, ставите их, и они вам помогают. И можете, если человек агрессивно к вам настроен, можете вызвать, давайте расскажите о своей позиции здесь. Люди боятся выступать, и вы используете этот момент. Если это троллинг за деньги, я вас поздравляю, вы хорошо выступаете. Люди заплатили деньги, чтобы к вам прийти. Ну, скажем так, ситуаций очень много. Мы рассматриваем эти ситуации очень долго. Но мы знаем, что сегодняшний эфир у нас очень ограниченный. Поэтому, дорогие друзья, хотите знать больше, смотрите наши передачи, либо приходите на курсы.